Вот тебе зритель, привыкай. Так, еще разочек. Прямо перетяжку делаем сейчас. Схематично так, но конвульсионно. Все хорошо, Молодец, сейчас без меня, я тебе не мешаю. Входи в образ и все. Посмотри, насколько мы опоздали. Но ты же догнала. К старому своему варианту ты всегда вернешься. Еще разочек. Очень хорошо сейчас была жизнь. Сама слышала? Как бы говоришь. Не надо ничего там заморачиваться. Еще разочек. Я сейчас не мешаю тебе. Но ты не спрыгивай сразу на пиано, ты, где я была. Ты должна, может быть, даже ты на глиссандо здесь. Как будто бы проснулась, где я бы... Нет, там не надо глиссандо. Где я была... Не знаю мелодию. Поехали еще разочек. Ты поняла задачу? Поем. Где? Где я была? Все хорошо. Но оно, понимаешь, оно как будто бы много так согласных там идет все-таки дробишь. Как бы я родилась, как будто бы проснулась. То есть все равно лигуй, купайся в этой фразе. Резко на где бросаешь динамику. Еще разочек. Теперь смотри, хорошо, задачу поняла, Теперь, а как зовут-то, я забыла? Светланка. Прости, пожалуйста. Свет, сейчас перетягивали очень сильно и хорошо, потому что на сцене всегда идет ускорение. Идет ускорение жизни как таковой на сцене. Поэтому вокалисты всегда на сцене немножечко торопятся. Сейчас попробуй вот здесь. Я родилась, как бы быстрее взять чуть-чуть дыхание. Чуть-чуть как бы его ритмичнее взять. Но ась все равно допевай. Пробуем сейчас еще разочек. И здесь органично все. Где я была? Вот здесь она была, уже можешь смикшировать уже, сфиллировать немножко звук. Еще разок пораньше. Настройся. Сейчас произошло. Ты не соединила, но и не разъединила. Ты как бы все равно не было разрыва здесь. Сама почувствовала? Почувствовала. Но целостность все равно была. Она была, она сохранилась. Но фраза разрозненная, как будто бы. Она как будто бы. Перетянуть. Не бойся никогда, всегда успеешь. Как будто...
хочется бы. Вот понимаешь, вот у, перетяни у. Немножко дробно фраза звучит. Хочется целостности вот этой. А тут делай как хочешь. Главное, что сейчас ты по динамике не провалила и соединила. Соединяй как тебе удобно. Но мне кажется, что сейчас будто органичнее, когда ты у перетянешь. Но я была другой. Чё ты рвёшь? Не надо рвать, я была другой. Так, я была другой. На одном дыхании. Цельно. Пишу цельно. Так. Хорошо. Для первого раза, то есть всё, понимаешь, мы же сейчас вообще всё поломали с тобой. Мне знаешь, что... Первая часть припева. Как начинается первая часть? Все движется, и я всегда с тобой. Но все движется. Все движется. В запор немножко звука идет. Ну-ка, еще разок начни спеть. Еще раз. Вот спой так. Так, спой сейчас. И все во мне. Перетяни и. Запорчик идет опять. И все. Ну-ка еще раз. Оставайся в том ритме, как написано. Но перетягивай гласные. Вот у тебя, понимаешь, вторым пунктом. Гласные. Они все должны быть чуточку. Потом на сцене оно будет нормально. Это проверено веками. Понимаешь? Не я первая, не я последняя. Веками проверено. А если мы сейчас их не допоем, потом будет окантиленная вещь. Еще раз поем. Последний на ней. Все во мне. Сейчас хорошо, но переборщила. Поняла? И все. Она не развилась у тебя. Она была замкнута. И все. Она была упертая у тебя это. И все вам. Я хочу, чтобы ты ее... Даже свибрировать она должна. Чуть-чуть. А не не упертой быть. Звук должен литься. Еще разок. А когда ты чуть-чуть перетянешь, у тебя все поставит, все будет на месте. Мы, конечно, можем с тобой плавать сейчас. Ты расслабилась. Тебе полегче было петь? Mm-hmm. Ты расслабилась, все. Но не до такой степени, что мы уж там совсем. Ты же должна прийти все-таки, вернуться. Mm-hmm. Что я была тобой. То есть вернись потом в метр, понимаешь? Ты должна уже вернуться. Вернуться. Еще разочек давай это место. Намного лучше. Ну, не знаю, мне кажется, что лучше. А мама что чувствует? Да. Маме как со стороны? Лучше, не лучше? Где я была тобой? Другой? Другой. Другой. Ну, вот видишь, я что по духу чувствую, что я была тобой.
Мне очень хочется. Как мне хочется, чтобы я, ой, хоть на шаг приблизилась, понимаешь, найти Иисуса, чтобы Он во мне жил. Все ищу, все блужу, вроде во свете ничего не вижу. Ой, давай еще разочек. Давай. Ты поняла, что ты где-то ты растащила? Вернись. Растащила? Вернись. Мы все размазывать не можем. Мы можем только сделать так, чтобы нам было, чтобы звук лился, чтобы тембр твоего чудесного голоса раскрыть, а потом мы все равно должны возвращаться. Возвращаться должны, потому что, ну, как бы закон никто не отменял. Вот эти все дела. Что ты этим выражаешь? Оно не должно быть отдельным аппендицитом, понимаешь? Даже аппендицит, оказывается, что-то я читала. Когда Господь нас сотворял, для чего Он нам сделал, чтобы этот отросток у нас был? И не для того, чтобы туда мусор складывался, совершенно по другому поводу. Он тоже участвовал изначально при сотворении в какой-то переработке. А потом, так как мы перестали питаться так, как изначально было заповедано нам, вот он и стал вот этим сборником того, чего, там, мусора всякого. Так вот, вот эти к чему это относится? Где ты делаешь это? Потому что там делают, на фонограмме это, в бэке. Ты делаешь это для чего? А ты именно, а, Свет? Ты понимаешь, что все это пела, и вдруг что-то там помычало. Оно должно быть, либо предварять событие следующее, то есть переходить в следующую, либо это послевкусие того, что только спела, а не отдельным взятым вот этим. Ты это улавливаешь? Угу. Вот теперь мне спой вот это место сейчас. Прямо вот это. Смотри, если бы ты протянула, и вот этот и петь-то некогда. Угу. Ты понимаешь, да? Угу. То есть там на бэках, подожди, бэки послушаю. Ну там идет. То есть мелизм такой небольшой идет. Еле-еле слышный. Но его слышно, чуть-чуть, но слышно. Если ты протянешь, не надо тебе его и петь. Пусть он там будет и будет. Но если, допустим, у тебя закончилось дыхание? Да. Нет, у тебя оно не закончилось. Я говорю, ну вот, например. Ты то есть у тебя должно быть тогда, ты цепляешь быстренько дыхание. И как бы обволакиваешь вот эту же которую сейчас ты закрыла из-за нехватки дыхания, и как бы продолжаешь вот этот небольшой мелизмик, аккуратненький, как будто это продолжение вот этого а никак не отдельно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Еще разочек, давай поем. Сильно сейчас там отстаешь, но ничего, догонишь потом. С Ираидой Алексеевной вы выстроите все как надо. Пусть лучше ты сейчас отстаешь. Это лучше, чем ты рвала и рвала. Подожди, пораньше. Так хорошо, что жизнь меня коснулась, я родилась, как будто бы вернулась.
замечательно. За дело ты меня сейчас. Ты понимаешь, да? Ты ада пела. В любом случае, вокалистка всегда идет путем, не как сказал преподаватель, не как сказала Наталья Викторовна и Ираида Алексеевна, ты обязана чувствовать все это. Я тебе сейчас только рекомендательно это все, понимаешь? Рекомендательно, Свет. Вот этот маленький кусочек, который мы сняли, вы потом его проанализируете. Вот именно мы сейчас вообще поломали все там с тобой. Вы потом посмотрите, как лучше, как что, доработаете. Либо ты вернешься к своему варианту, но будешь чувствовать себя еще больше, более органично, чем ты была сейчас, потому что все. Моя задача — альтернативный вариант, да, потому что спеть, как бы перенять манеру Подольской, как она спела, большого ума не надо. То есть ты просто берешь и копируешь. Да, у тебя твой тембр, да, стоит Светлана, девочка из далекого, у вас поселок или? Поселок. Из далекого поселка, как далеко вам еще ехать, там паром у вас всякие ходят, непонятно там, как вам добираться, вот, зимой не вылезти вообще оттуда. Но как ты, понимаешь, как ты? Ты должна среднеарифметическое вот это вот себе. Нет, мне здесь все-таки неудобно. Нет, я здесь не буду дышать. Либо нет, я здесь вздохну. Нет, я здесь протяну. Нет, я здесь хочу все-таки этот мелизм. Но тогда делай это от души. Чтобы это было продолжением твоих чувств, которые ты только что высказала. А когда люди... Понимаешь, что вот он научился делать мелизм, девочка научилась, и она их втыкает где ни попадя. Меня это, вот я сижу в жюри, меня это не трогает. Кроме тошноты, меня ничего не вызывает это. Если это к месту, если это красиво, если это в чувствах, да, я скажу, какая она молодец. Она технично сделала это и органично сделала. Техника без органики – пустое место. Понимаешь? Пустое место. Так что все тебе успеха, занимайтесь. Я думаю, что все хорошо.